Мама Свин, Пеппа и Джордж сидели и смотрели телевизор. А мама Свинка достала свою кулинарную книгу. Мамочка Свинка, ты достала свою книгу для рецептов? Да, Пеппа. Ух ты, это значит, ты будешь готовить тыквенный суп? Да, Пеппа, ты совершенно права. Сейчас приедет дедушка Свин и привезет много тыкв. Много тыкв, ух ты! Много тыкв? Джордж любит тыквы. А много тыкв — это означает, что у нас будет праздник Хэллоуина. Да, Пеппа, все верно. Скоро будет праздник Хэллоуина. Хо-хо-хо! Здравствуйте, ребята! Привет, дедушка Свин! Дедушка Свин, ух ты, какие тыквы ты привез! А вон какая огромная! Мамочка Свинка сварит целую огромную кастрюлю супу. Хо-хо-хо, суп я люблю! Здравствуйте, дедушка Свин! Привет, папа Свин! Ну, принимайте тыквы! Ура, ура! Папа Свин выгрузил все тыквы. Ой, спасибо, дедушка Свин! Сейчас мы приготовим очень много вкусностей! Да, спасибо, дедушка Свин! Хо-хо-хо, да не за что! Ну, до свидания! До свидания! Здорово! Как хорошо, что дедушка Свин привез столько много тыквы! Да, Пеппа, сейчас я буду варить тыквенный суп, а папа Свин с вами будет украшать дом! Ух ты, здорово! И мы будем вырезать из тыквы монстриков? Конечно, Пеппа, сейчас мы все сделаем! Ура, здорово! Я так люблю Хэллоуин! Папа Свин с ребятами украсили двор к Хэллоуину. Ух ты, папочка Свин, как же здорово у нас получилось! Такие красивые тыковки! И такое страшное дерево и привидение! А мама Свинка тем временем уже сварила тыквенный суп. Ой, какой же вкусный, как вкусно пахнет! Нужно скорее звать ребят! Пеппа, Джордж! О, вы уже все украсили, какая красота у вас получилась! Да, мамочка, смотри, мы так старались! Очень здорово! А у меня уже готов суп! Здорово, здорово, побежали кушать и будем переодеваться к Хэллоуину! Да, конечно, пошли! О, супчик мой животик очень любит! Побежали скорее! Ребята уже покушали! Ой, мамочка Свинка, какой вкусный супчик у тебя! Мы так наелись! Да! А теперь можно переодеваться! Конечно, Пеппа, можете идти переодеваться! Тук-тук-тук-тук-тук! Ой, кто-то стучит! Меня испугались? Смотрите, я в маске монстрика. Ой, папочка Свин, мы тебя не узнали. Какую ты страшную маску одет. Что, страшно? Да, очень. Ну, я тогда могу переодеться в что-то другое. И мы с Джорджем пойдем и переоденемся. Джордж оделся пиратом, а Пеппа принцессой. Смотрите, какие мы красивые. Да, Пеппа, очень красивые. А папа Свин и мама Свинка переоделись в королеву и в короля. Теперь можно идти за конфетами! Здорово! Пошли! Конфета или жизнь? О, какой пират и какая принцесса! Конечно, держите, вот ваши конфетки! Ой, спасибо! Спасибо, до свидания! По дороге ребята встретились с Сьюзи и Педро. Ой, какие у вас костюмы! Да, и у вас очень красивые! Здорово, пошли вместе! Пошли! Конфеты или жизнь? Хо-хо-хо, конечно, держите ваши конфетки! Конфеты или жизнь? О, ребята, какие вы все красивые! Держите конфетки! Конфеты или жизнь? Конечно, держите конфетки! Конфеты или жизнь? О, конечно, держите конфеты! Конфеты или жизнь? О, ребята, держите конфетки! Конфеты или жизнь? Хо-хо-хо, конечно, конфеты! Какие же вы замечательные сегодня! Ребята обошли уже все дома, остался всего один домик. Пеппа и Джорджа, конфеты или жизнь? Хо-хо, ребята! Конечно же, конфеты, заходите в дом. У нас много конфет и разных сладостей. Ура, ура! Ребята пошли в дом кушать много конфет и праздновать Хэллоуин. Сегодня был очень жаркий день. Вся семья загорала на солнышке. Джордж, как же мне жарко сегодня. Да, Пеппа, мне тоже очень жарко. Может, пойдем прогуляемся? Может, искупаемся? Да, да, пошли. Мамочка, папочка. Да, Пеппа. Мы с Джорджем хотим пойти погулять. Погулять? На улице такая жара. Куда вы еще пойдете? Ну, мы хотим пойти погулять. Может, искупаемся. Хо-хо-хо. Да, я бы тоже искупался. Но очень жарко. Ну, хорошо, можете идти. Только смотрите, будьте осторожны. И долго не гуляйте. Хорошо, мамочка. Хорошо, папочка. Пока. Ура, ура. Джордж, пошли. Пошли, Пеппа.
Да, я бы тоже искупался. Так может пойдем и искупаемся? Слишком жарко, чтобы куда-то идти. Я даже с места сдвинуться не могу. Ну вот, мы уже и пришли. Да, как же жарко. Пошли скорее. Ой, Джордж, смотри, похоже, там кто-то есть. Где? Вон, смотри, вдали. Ой, точно. Побежали туда, быстрее. О, Кэнди, Сьюзи, это вы. И что вы делаете, загораете? Ой, я больше не могу. Я тоже сейчас упаду. Вот так вот. На улице очень жарко. Мы пришли искупаться, Сьюзи. Но нет воды. Вода пропала. Да, посмотрите. Воды совсем нет. Вот мы и лежим по деревам. Хоть немножечко в теньке. Посмотрите сами. Да, действительно. Воды совсем нет. Странно. Ой, какая жара. Это что, все было зря? Зря я столько мучился и шел. О. Ой, мне кажется, я кого-то увидела. Вот, смотрите, вдали что-то фиолетовое. Да, да, я, кажется, тоже его вижу. Пойдемте к нему, может, он знает, куда подевалась вода. Ну, пошли. Да, пошли. Ой, хорошо, идем. Поняла. А может вы знаете, куда пропала вода? Пеппа, что-то мне подсказывает, что он все знает. Воды не будет, не будет воды. Я все исправил, без воды будем. Он украл всю воду. Теперь мы будем без воды? Как же мы будем жить? Мистер Бяка, отдайте нам воду обратно. Мы очень хочем купаться. На улице так жарко, мы без воды не проживем. Ай-яй-яй-я, вода плохая, плохая вода. Я воду не дам, ха-ха-ха-ха-ха. Поняли или нет? Ребята, давайте облепим его всего песком. Он захочет помыться и вернет нам воду. А давайте, хорошая идея. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.